Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы посмотрим с вами открытие 20, как мне кажется, самых страшных контейнеров в нашей игре. Это контейнеры с контейнерами. Контейнеры-сюрприз, из которых вам, возможно, выпадет тот контейнер, машина которого вас интересует, и, возможно, из него уже вы достанете эту машину. Короче говоря, масло масляное для меня лично ужас ужасный. Ребят, лучше не покупайте контейнеры, лучше покупайте машины на аукционах, покупайте их в магазине, когда их туда выставляют. Ну, в крайнем случае, если уже прям сильно хочется, то крутите рулетку, там вы хотя бы понимаете, за что вы голду отдаете. Что касается данного видео, то спасибо большое Ване за то, что прислал свое видео открытие 20 этих контейнеров. Ну и как ты просил, безусловно, мне это абсолютно не сложно. Передаю огромный привет Ване Слепуну по прозвищу Пончик. Друзья мои, кто его знает, пожмите ему от меня руку. Ванюш, спасибо тебе большое за то, что мы сейчас посмотрим. Ну что ж, друзья, к моему огромному огорчению много времени на то, чтобы подбить итоги, не уйдет. Ваня потратил 25 тысяч золота, открыл 20 контейнеров сюрприз. Из них он забрал себе Калибана, цену на которого я сложить не могу. Ему вернулось 9500 голды. Но я не могу считать эту цифру справедливой по одной простой причине, потому что я видел, что у Вани были талисманы, которые он получил ранее, открывая контейнеры. Если бы он открывал прям в сухую с нуля, то такой компенсации назад он бы не получил. Так или иначе, Ваня потратил суммарно 15 500 голды. Я сомневаюсь, что Калибан стоит таких денег, ну а вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. Ваня, жму тебе руку, обнимаю, спасибо тебе большое за предоставленное видео. Ну а вам, друзья, пища для ума, стоит ли открывать контейнеры сюрприз в данный момент, там где они сейчас находятся в магазине на продаже. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мир и обязательно спокойствие. Пока-пока.